«Серебряный голос России». Завтра в Чебоксарах пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс эстрадной песни «Серебряный голос». В 19-й раз в Чувашию съедутся исполнители чувашской национальной песни. В этом году организаторы ждут участников из 11 регионов страны. Уже с Иркутска приехали, с Тюмени, с Мурманска приехали, прибывают. И сегодня уже идет прослушивание членами жюри. Второй тур, это будем говорить так. И завтра уже, 23 марта, у нас проходит основной конкурс в 11 часов дня в Институте культуры. В прошлом году у нас до 35 лет могли участвовать. В этом году по просьбе регионов мы организовали. Комитет принял такое решение, до 40 лет разрешили участвовать нашим конкурсантам.